Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Invest Future, с вами Кира Юхтенко. И сегодня мы с вами поговорим про банки, ну а точнее про их непрозрачные условия и довольно откровенные обманы. Я думаю, что у многих были такие ситуации, когда планировали взять кредит по одной ставке, ну а по факту процент оказался выше, или банк повысил ставку, когда вы отказались от страховки. То же самое и с банковскими картами. Заманивают зачастую привлекательными слоганами, условиями, но о важных нюансах умалчивают. И вот с января по июнь 2021 года в Банк России поступило, на минуточку, 125 тысяч жалоб от потребителей финансовых услуг и от инвесторов. Из них 75 тысяч – это жалобы именно на кредитные организации. Чаще всего люди жалуются на потребительское кредитование, это 33%. Потом идет навязывание дополнительных услуг при заключении договора и несогласие с условиями договора. Вот по данным, например, ОКБ, то есть Объединенного кредитного бюро, за январь-июль 2021 года банки выдали почти 11 миллионов кредитов. Это почти на 50% больше, чем в прошлом году. Закредитованность населения растет. И вместе с ней все больше и больше разочарований и недовольства работой банков мы видим. Итак, друзья, сегодня мы с вами обсудим 5 наиболее популярных случаев банковского обмана или введения в заблуждение. И первый из них – это обманутые ожидания низкой ставки. Банк рекламирует кредит с низкой или гарантированной ставкой, но по факту процент оказывается намного выше. Так рекламируют ставки очень часто известные, симпатичные нам люди, актеры, которым мы доверяем. Ну, возможно ли вообще низкие ставки? Теоретически, да. Есть такая услуга во многих банках, которая называется гарантированная ставка. Это ставка ниже основной ставки по кредиту на несколько пунктов. У тех, кто получает зарплату через этот банк, например, или имеет здесь вклад, условия будут более выгодными. Но за гарантированную ставку надо заплатить, и стоимость зависит от того, какую ставку вам одобрил банк. Например, если одобрили там 12,9, то гарантированные 9,9 будут стоить около 1% займа. От 100 тысяч рублей это 900 рублей. А если ваша ставка 19,9, то за гарантированные 9,9 нужно будет заплатить уже 7 тысяч рублей. Еще одно условие. В первые 12 месяцев платежи по кредиту должны быть без пропусков, без просрочек и штрафов. Досрочно погашать тоже нельзя, и тут обязательно нужно оформить страховку. Только при соблюдении всех условий в конце срока банк выплатит разницу между суммой процентов, уплаченных по договору, и процентов по услуге гарантированная ставка. Ну и условия гарантированной ставки в разных банках могут отличаться, но тут важно всегда помнить, что это платная услуга, и у нее есть множество условий. Идем дальше. Что еще может дать нам пониженные ставки? Если оформить карту рассрочки, ей постоянно пользоваться. Тогда банк обещает 0% годовых по кредиту. Дополнительные условия, конечно, есть. Нужно исправно погашать задолженность по карте и купить страховку. Но при этом все равно клиент вносит проценты по кредитному договору почти весь срок, а перерасчет под 0% делается только в конце срока. Если оформить страховку, то тоже можно получить лучшие условия. Это может быть страхование жизни, здоровья, имущества, возможные потери работы или даже страховка от снижения оклада. Ну вот, например, если нужен кредит 150 тысяч рублей на 3 года, то страховка защиты здоровья и жизни составит плюсом 16500. Если добавить другие страховки, то будет на 10 тысяч рублей больше. При этом всю сумму страховки банк сразу включает в сумму кредита. Ну а чтобы вас как бы задобрить, банк может показать в цифрах, сколько вы получите денег при наступлении страховых случаев. Некоторые банки в 3-4 раза уменьшают ставку, но только на определенный год, обычно в конце срока кредита. То есть, когда большая часть кредита уже выплачена, и доля процентов в ежемесячном платеже минимальная. Ну, понимаете логику, да? Имеют ли банки право требовать страховку при потребительском кредите или при кредитной карте? Это больная тема. Нет. Только при ипотечном и при автокредите, когда нужно застраховать имущество, которое является залогом. Покупка всех остальных страховых полисов по закону – это абсолютно добровольное дело. Друзья, теперь предлагаю поговорить на еще одну очень важную и болезненную тему. Поговорить о кредитных картах и о ловушках, которые вокруг них очень часто расставляют недобросовестные банки. И поговорим мы об этом, друзья, с независимым финансовым советником, с экспертом Национального центра по финансовой грамотности Анной Заикиной. Аня, привет! Привет, Кира! Рада тебя видеть!
Спасибо, что присоединилась к нам. Ситуация с кредитными картами, как мне кажется, набирает все большие обороты и опасна для неподготовленных людей, потому что очень часто человек приходит за кредитом, ему говорят, возьми еще кредитную карту, вдруг там когда-то в какой-то точке жизни деньги закончатся, на всякий случай воспользуешься, а потом люди на эту иглу подсаживаются. Да, да, ну естественно, потому что кредитные карты, они выгодны банкам, так как ставки по процентам по кредитным картам гораздо выше, чем по обычным потребительским кредитам, там, кредитам под залог и так далее. Сейчас примерно ставки по кредитным картам это от 18 до 30%. Если же еще не платить в срок, какие-то просрочки будут, то там дойдет и до 50% годовых по кредитной карте. Сюда же еще добавить можно комиссии за использование, смс-информирование, штрафы и так далее, тогда получается совсем кругленькая сумма. Да, действительно, и банки сейчас делают абсолютно все для того, чтобы человеку было проще получить кредитную карту. При этом качество заемщика их очень часто не беспокоит. Например, карты выдают 18-летним, карты выдают людям там, без постоянного источника дохода и так далее. Вот там, например, я знаю, что Тинькофф Банк выдает кредитные карты только по паспорту, там, без поручителей, без справок. Альфа-банк выдает карты от там, 18 лет и при этом с там, минимальной зарплатой в 5000 рублей. Это, конечно, создает, на мой взгляд, определенные риски. Да, конечно. Еще завлекают клиентов очень долгим сроком грейс-периода, то есть бесплатного пользования средствами и не платить проценты. И здесь таится самый большой подвох как раз в этом грейс-периоде, потому что клиенты и банки исчисляют их по-разному. Обычно клиенты имеют в виду календарный месяц или два, сколько банк предоставляет вот этот льготный период бесплатного пользования деньгами. А при этом банк может исчислять совершенно по-разному, от расчетного периода, который может начинаться с любого дня месяца, может начинаться со дня подписания договора, со дня активации карты, со дня первой покупки. И так как клиенты часто не ознакомливаются с полными условиями договора, то и попадают как раз на повышенные проценты, на штрафы, просрочки. И здесь банки выигрывают, а клиенты платят гораздо больше денег, чем хотели бы. Это действительно страшно. Я слышала, что в последнее время все больше и больше кредитных карт выдают. Я не знаю, может быть, ты видела какую-то статистику актуальную по этому поводу? Да, я как раз по этой теме подготовила специальную статистику. У нас в мае было выдано 960 тысяч карт, в июне 1 200 000 и в июле уже 1 300 000 кредитных карт. При этом проводился опрос населения среди тех, у кого есть кредиты, и 60% людей сказали, что они испытывают трудности с выплатой кредитов. И на самом деле вот весь долг, задолженность людей по кредитным картам сейчас составляет более 1 триллиона рублей. Это было бы смешно, если бы это не было так грустно. Ань, как ты считаешь, а кредитная карта – это абсолютное зло, на твой взгляд? И какие вопросы человек должен задать там, банку, да, если он хочет кредитную карту завести, но не хочет попасть в просак? Ну, нет, кредитная карта – это не абсолютное зло, но надо уметь ей пользоваться. И так как раз-таки здесь клиенты попадают, потому что они не умеют ими пользоваться картами. Поэтому что нужно знать? Что нужно знать, прежде чем оформить карту, либо начать ей пользоваться? Надо обязательно уточнить условия льготного периода, когда он начинается исчисляться. Обязательно уточнить комиссии, дополнительные, может быть, комиссии там, за обслуживание карты, смс-информирование и так далее. То есть уточнить все условия, и тогда уже, соблюдая их, вы действительно можете пользоваться льготным периодом и использовать эти деньги для своих нужд. Спасибо большое, Ань. Я уверена, что наши советы помогут многим нашим зрителям использовать кредитные карты более грамотно, ну или не использовать их вообще. Ань, давай теперь поговорим на следующую тему, которая тоже является очень важной и очень болезненной для потребителей финансовых услуг. Хочу немножечко побеседовать про мисселлинг или по-другому про недобросовестную продажу финансовых услуг. Да, Кира, на самом деле мисселлинг – это серьезная проблема, с которой борется Центробанк, но она
продолжает быть. Например, такая стандартная ситуация. Пенсионерка пришла в банк, чтобы открыть вклад, положить свои деньги. Ей говорят, что вот у нас есть как вклад, но немножко другое, вот с повышенными процентами, зачем вам вклад? И давайте откроем там ИИС с доверительным управлением, либо откроем инвестиционное страхование жизни. И тогда клиент, не совсем понимая, под чем он подписывается, думая, что это обычный вклад, подписывается и уже через полгода приходит забирать деньги, а оказывается, что процентов нет, а еще часть депозита была потеряна из-за неудачного управления. Конечно, это очень расстраивает клиентов банков. А ну, для банков это, конечно же, выгодно, потому что продажа дополнительных финансовых инструментов, где они могут заработать больше денег, это выгодно банку и не всегда выгодно клиенту, особенно если он не знает, под чем он подписывается. Потому что мисселлинг – это как раз-таки непонимание клиента, где он подтверждает покупку и приобретение каких-то услуг. Да, и тут я бы еще немножечко добавила, чтобы тоже вот наша аудитория понимала, что очень часто у менеджеров, которые работают в финансовых компаниях, стоят планы продаж вот этих сложных и зачастую невыгодных продуктов. И для того, чтобы этот план выполнить, менеджеры готовы идти на все, и в частности на то, чтобы не договаривать или как-то недораскрывать содержимое продуктов своим клиентам. Ань, давай расскажем еще, пожалуйста, что делать человеку, который оказался в такой неприятной ситуации и стал жертвой мисселлинга. Ну, на самом деле доказать факт обмана по мисселлингу ну, практически невозможно, потому что, подписывая договор, вы подтверждаете, что вы ознакомились со всеми условиями, все понимаете и подписываете его. Поэтому можно воспользоваться периодом охлаждения, то есть это период, в который вы можете отказаться от услуги. То есть условно сказать, что вы не туда перевели деньги, не тот продукт купили, приобрели, и вернуть свои средства. Только ну, таким образом. Угу. Хорошо, спасибо, это очень важно. Аня, может быть, ты знаешь какие-то еще случаи мисселлинга, о которых людей хотелось бы предупредить? Например, вот я слышала, что сейчас очень распространены истории, когда пользуются кодами от СМС недобросовестно. Да, на самом деле это просто формат мисселлинга, который происходит, и тут можно любой продукт под него подстроить. То когда клиент приходит в банк, и менеджер начинает торопить, не дает клиенту ознакомиться с договором, говорит, давайте сейчас сразу же подпишем, чтобы вот быстрее, вот тут очередь стоит. Либо говорит, давайте сразу СМС, код из СМС, чтобы подтвердить. То есть код из СМС – это тоже подтверждение, как подпись под документом. А еще бывает такой вариант, когда клиент приходит, например, оформить кредит, и в комплекте документов с кредитным договором туда же кладется договор с оказанием услуг с негосударственным пенсионным фондом. И тогда клиент вкупе подписывает и этот договор в том числе. Ань, спасибо большое. Я надеюсь, что мы действительно помогли. Спасибо за то, что нашла время и поделилась своей экспертностью. Спасибо большое. С нами была Анна Заикина. До встречи. Следующая ловушка, друзья, это оформление клиенту бесплатных и платных банковских сервисов. И тут нужно понимать, что кроме кредитов, сотрудникам банка планы ставятся также по продаже дополнительных услуг, доп. Продажи. Как платных услуг, так и бесплатных, которые тоже навязываются клиентам ради выгоды банка. Ну вот, например, бесплатный автоплатеж. Это автоматическая оплата разных услуг с карты клиента путем ежемесячного списания в указанную клиентом дату. И каждый платеж клиент подтверждает, когда получает СМС от банка. Автоперевод можно отменить или изменить параметры. Автоплатеж очень многим подключает, кто просто пришел в банк положить деньги на карту или проконсультироваться по оплате ЖКХ. И большинство людей потом стараются услугу отключить, потому что они боятся, что деньги будут списываться без их ведома и что это даст мошенникам доступ к их карте. Это делается для того, чтобы платежи проходили через банк, а не другие организации. Платная услуга СМС-информирования об операциях по карте – тоже такой интересный момент. Она часто подключается автоматом вообще без ведома владельца карты. И в результате за год банк может списать с клиента около 1000 или даже 1500 рублей, хотя можно самим и бесплатно контролировать операции по карте. С помощью истории в мобильном приложении банка, пуш-уведомления это можно сделать легко. Да, это такие сообщения от банка обо всех движениях по карте, которые отображаются на экране
смартфона. Платная проверка кредитной истории, друзья. Идем дальше. Это следующий тоже интересный момент. Стоимость у разных банков отличается от 59 там, до 3000 рублей в зависимости от количества кредитных бюро, полноты истории и возможности получить эту услугу онлайн. Хотя на самом деле можно дважды в год и бесплатно эту информацию получить через Центробанк и через госуслуги, но банки на этом умудряются зарабатывать. Ну и напоследок, друзья, предлагаю поговорить про явно мошеннические схемы. Какими вообще они бывают? Допустим, вы пришли получить кредит, вы хорошо пообщались с сотрудником, обменялись номерами, чтобы сотрудник вам сообщил результат заявки. Банк одобряет кредит, но сотрудник пишет, что служба безопасности вашу заявку не пропускает. Но у него там есть знакомые, если им дать денег, то кредит одобрит. Вы даете деньги, и сотрудник оформляет вам заранее одобренный уже кредит. Второй момент. Сотрудник берет у своих друзей реферальные ссылки на открытие дебетовой, кредитной карт, брокерского счета и так далее. И когда клиент приходит оформить продукт, сотрудник делает что? Он просто оформляет ему, там, допустим, брокерский счет по рефералочке от себя, да, по сути, и потом за это получает деньги. Потом, третий момент. Работникам за страховки платят премии, и недобросовестные менеджеры могут использовать все способы, чтобы клиента убедить. Ну вот, например, вам одобрили кредит под 15% со страховкой. Вы видите это и говорите, что вам страховка не нужна. Просите распечатать договор без страховки. Работник распечатывает договор, но предварительно он специально завышает ставку в калькуляторе. И сотрудник вам говорит: смотрите, без страховки платеж будет выше, вам невыгодно. Вот такая тоже схема. Потом, когда нет альтернативы страховки кредита. Вот вы отказались от страховки, но вам предлагают страховку с меньшей стоимостью. И, скорее всего, в такой ситуации вас обманывают. Вам предлагают коробочное страхование там, от потопов, от кражи, от мошеннических действий. Ну и также могут оформить НСЖ или ИИС. Второму могут сказать, что это страховой взнос, и через 3 месяца вы сможете его забрать. На самом деле 3 месяца – это срок учета в план сотрудника, и за это он получит премию. То есть вы будете думать, что застраховали свой кредит, но на самом деле застраховано будет что-то другое. Еще один интересный 5-й пункт. Когда вам открывают кредитки с бесплатным обслуживанием, говорят, что карту нужно активировать и совершить покупку. Могут не сказать и переводят вам же на телефон 10-50 рублей, чтобы прошла активация карты, и сотруднику она зашла в план. Люди могут этого не знать, и на эту сумму начисляются проценты, идет просрочка и портится кредитная история. В основном страдают пенсионеры и люди, которые не пользуются мобильным приложением и не могут операции отследить. Итак, друзья, как не попасться на банковские уловки? Тут главное быть внимательным при оформлении любого продукта и внимательно читать все документы, особенно то, что написано мелким шрифтом. И нельзя ставить подписи, не ознакомившись с полными условиями, потому что это уже 80% успеха. Кроме того, что можно посоветоваться? Если есть знакомые из финансовой сферы, лучше с ними проконсультироваться, особенно по сложным инвестиционным продуктам. Про кредит. При расчете переплаты стоит предварительно самим сделать расчет в интернет-калькуляторе. Это не будет лишним. Также знайте, что от многих видов страховки можно отказаться, потому что есть период охлаждения. Это обычно, я напомню, 14 дней после оформления услуги, когда можно расторгнуть договор и получить свои деньги обратно. Дальше. Стоит всегда ознакомливаться с полными условиями льготного периода и использования кредитной карты. С полными и подробными. Будьте дотошными, друзья, и задавайте как можно больше вопросов, потому что, как правило, на прямой вопрос сотрудники банка врать не будут. Но главное этот вопрос задать, чтобы вы его озвучили. Ну и, наверное, еще напоследок скажу, что все-таки не стоит обращаться в малоизвестные кредитные организации и банки, потому что там шансы обмана, на мой взгляд, намного выше. Ну что ж, друзья, я, наверное, на этом буду заканчивать. Я надеюсь, что вам было интересно. Обязательно пишите в комментариях, какие у вас были кейсы, когда вы сталкивались с недобросовестностью банков. Поделитесь опытом, это будет полезно. Ну и также ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Всем пока!